Здравствуйте. Скажите, можно с кем-нибудь пообщаться по поводу игры? Вот мы его называем рэкбол, так как в основном в эту игру играют борцы-вольники. В рэкболе мы хватаем, цепляемся, делаем там броски, боремся, возимся. Ну, вырабатываются борцовские качества. Кубок по рэкболу разыгрывается уже третий год. В этом сезоне участие приняли 6 команд, а победителем стал коллектив «Зарилго». Чисто борцовский вид спорта, как можно сказать, для разминки. Перед борьбой, там, перед тренировкой мы разминаемся так, играем в рэкбол. После завершения спортивной карьеры можно и рэкболом участвовать в соревнованиях для здорового образа себя. Показываю, что людям, зрителям города Улан-Удэ, что борьба дружный коллектив. Да, я первый раз смотрю, и достаточно интересный вид спорта. Считаете, что жестко? Ну да, есть такое. Мы пришли на какую игру? Такая более лайтовая была, вот крайняя была более жестче, и говорят, что следующая будет еще жестче. Рэкбол – это для нас как тренировка. Здесь мы тренируемся и, ну, неделю два раза играем рэкбол. Мячик вот так держишь, короче, и бежишь, толкаешь. Играют спортсмены жестко, но рэкбол не так опасен, как может показаться на первый взгляд. Ну, любые виды спорта, они травмоопасны по-своему, и по-своему также полезны. Здесь все участники являются мастерами спорта, кандидатами в мастера спорта. А есть даже мастера спорта международного класса, поэтому они очень грамотные и опытные. И показывают то, что особо травм, ну, слава богу, нет. Этот вид спорта будет только набирать обороты и в перспективе будет вырасти в такое большое крупное спортивное событие, которое будет собирать, ну, полные трибуны. Это тот вид спорта, который позволяет вовлечь широкие слои населения. Александр Зуев, Жаргал Ардынеев, телекомпания АТВ.